Здравствуйте. Эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили готовность приемной кампании в первые классы, затронули вопрос ремонта и строительства тротуаров в черте города. Какие поручения дала глава Самары Елена Лапушкина профильным ведомствам на совещании в мэрии? Орден мужества, 5 медалей за заслуги перед Отечеством и 11 за отвагу. В Самаре наградили лучших сотрудников Росгвардии. История о дружбе и взаимопомощи в трудные времена. В День театра в Самаре показали спектакль «Волшебник изумрудного города». Для постановки объединили два детских коллектива. Обсудили готовность приемной кампании в первые классы, отдельно затронули вопрос ремонта и строительства тротуаров в областном центре. В мэрии Самары прошло еженедельное совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной. В этом году подавать заявление на зачисление детей в первые классы родители начнут с 9 утра 31 марта. Сделать это можно будет через портал госуслуг, предварительно создав там черновик документа, а также посетив учебное заведение лично или отправив в школу заказное письмо со всеми нужными данными на ребенка. Кроме того, по поручению главы города в Самаре начнут ремонтировать и строить тротуары. Тему продолжит Ольга Павлова. Перечень тротуаров, которые нуждаются в обновлении, был сформирован на основании обращений жителей и депутатов городского округа Самара. В 2023 году запланирован ремонт 18 объектов. В настоящее время идет подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. На исполнение этих задач по поручению главы Самары Елены Лапушкиной в столице региона стартовала подпрограмма по ремонту тротуаров. Она является отдельным направлением муниципальной программы сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения. Отдельная программа мы не стали заводить, мы ввели отдельный план мероприятий уже в существующую программу по благоустройству. Вот с этого года в бюджете города заложено чуть более 65 миллионов рублей конкретно на ремонт тротуаров. И самый горящий, самый острый вопрос – тротуары в этом году планируем закрыть. Это дороги к школам, это дороги к детским садам, к каким-то другим социальным объектам, к железнодорожным переездам, о чем жители очень давно просили. Подпрограмма по ремонту тротуаров была актуализирована на основании предписаний, выданных ГИБДД, прокуратурой и обращений жителей. Ремонт затронет фактически все внутригородские районы областного центра. Обсудили на совещании в администрации города и готовность приемной кампании в первые классы. В этом году подавать заявление на зачисление детей в школу родители начнут с 9 утра 31 марта. Сделать это можно будет через портал госуслуг, предварительно создав там черновик документа, а также посетив учебное заведение лично или отправив в школу заказное письмо со всеми нужными данными на ребенка. Зачисление будет проходить в два этапа. То есть, если ваш ребенок проживает на закрепленной территории, имеет регистрацию, то вы можете подавать заявление в эту школу, начиная с 31 марта. Также можно подать заявление во все лицеи и гимназии, поскольку за ними закреплена вся территория городского округа Самара. В том случае, если ребенок не закреплен за школой по месту прописки, но есть желание зачислить его именно в это учебное заведение, подать заявление можно будет не ранее 6 июля. В это время стартует второй этап приемной кампании. В каждой общеобразовательной организации сформируют единый реестр поданных заявлений. Там отметят ребят, которые имеют первоочередное право для поступления, так называемой льготной категории. Приказ о зачислении детей в первые классы самарских школ, лицеев и гимназий подпишут 15 июля. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. В Самаре стартовал сезон ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В числе первых объектов – проспект Ленина. Там привели в порядок межрельсовое полотно на участке трамвайных путей. Работы завершены уже на нескольких перекрестках. Подробности в нашем сюжете. В этом году в Самаре ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовал раньше обычного. Коррективы внесла погода. Один из первых объектов, где начали наводить порядок – проспект Ленина. Сначала подрядчик занялся обновлением трамвайного межпутья литой асфальтобетонной смесью ЛА-11ВТ. Этот материал отличается большой устойчивостью к различным нагрузкам. Ширина перекрестка не так велика, как прилегающих улиц, и получается эффект бутылочного горлышка, когда машины съезжаются в две колеи вместо трех, поэтому участок более нагружен, чем основной ход. Вибрация от трамвая, да, тоже присутствует. Тяжелая техника останавливала работы только когда нужно было пропустить трамвай. Машина с литым асфальтобетоном отъезжала от рельсов, а составы свободно проезжали. Дорожные рабочие старались обеспечить проезд электротранспорта в течение 5 минут.
Работа у дорожников кипит, технологии строго соблюдаются. Сначала выполняется разборка основания, затем идет подготовка основания из асфальтобетонного гранулята, а после двумя слоями укладывается литая асфальтобетонная смесь. Ее температура достигает 220 градусов. Весь цикл работ под контролем специалистов МБУ «Дорожное хозяйство». Начали трудиться под выходные. Только за первые сутки работ отремонтировали два перекрестка. Осипенко проспект Ленина, порядка 115 квадратных метров, и перекресток Челюскинцев проспект Ленина. Это порядка 80 квадратных метров. Далее работы продолжились на пересечении с улицами Первомайской и Новосадовой. В целом полотно в межрельсовом пространстве уложили на площади около 300 квадратных метров. Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» в процессе укладки контролируют такие параметры, как температура смеси, качество укладки, а также выполняется отбор асфальтобетонной смеси для дальнейшего проведения лабораторных испытаний, для подтверждения качества самой смеси. Затем, в ходе дорожно-строительного сезона этого года, проспект Ленина приведут в порядок от борта до борта проезжей части на участке протяженностью около 2 километров, от улицы Новосадовой до улицы Полевой. Общая площадь работ составит 34,5 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы преобразилось полотно по основному ходу, муниципальным контрактом предусмотрено использование высокопрочной асфальтобетонной смеси «Щема-А16» на полимерно-битумном вяжущем. Всего в региональной столице в 2023 году на средства нацпроекта обновят 42,7 километра дорог местного значения. 42 участка охватят работами по всей ширине проезжей части методом больших карт. Ксения Баканова, Николай Епифанов, «События». В Самаре продолжаются работы и по аварийно-ямочному ремонту дорог местного значения. Площадь такого ремонта увеличена. 10 300 квадратных метров приведут в порядок локально вместо 9 500 квадратных метров, запланированных изначально. Это необходимо для поддержания нормативного состояния перед стартом основных работ в дорожно-строительном сезоне. Как пояснили в профильном городском департаменте, в связи с увеличением площади работ новые контракты с подрядчиками не заключались. Дополнительная площадь включена в имеющиеся контракты на содержание улично-дорожной сети, что позволяет действующее законодательство, в объемах до 10% сверх ранее обозначенного. Напомним, профильные предприятия и организации ликвидируют дефекты на улично-дорожной сети с 16 февраля. Работают бригады по всему городу. Дорожники заделывают ямы и восстанавливают полотно литым асфальтобетоном. Сначала идет подготовка мини-карт. Ямы прорубают по краям, задавая правильную геометрическую форму. Далее локации очищают, продувают, затем задействуют специальные установки. В них заводская смесь, которую доставляют к участкам, перемешивается, поддерживается необходимая температура материала. Укладывать литой асфальт можно даже при отрицательных температурах и относительной влажности, но не в период интенсивных осадков. Во время непогоды работы временно останавливаются и возобновляются с улучшением условий. А пока погода дает шанс трудиться непрерывно, круглосуточно. Как правило, в дневные смены готовят мини-карты, а через несколько часов или ночью заливают литой асфальт. В настоящий момент практически 9600 квадратных метров сделано литым асфальтобетоном, устранение дефектов. Запас у нас еще небольшой есть, то есть до начала апреля работы будут продолжаться еще литым. И планируем с 1 апреля уже по городу начать работу картами с горячим асфальтобетоном. В принципе, прогноз погоды позволяет начать данную работу. Так, в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети, наряду с уборкой, подрядчиками будет производиться ремонт малыми картами до 100 погонных метров. Этим плановым видом ремонта будут охвачены все районы региональной столицы. Совокупная площадь такого ремонта составит 12 тысяч квадратных метров. В перечень объектов уже включены проспект Металлургов, Ташкентский переулок и другие улицы. В исторической части Самары проходит заключительный этап монтажа тоннелепроходческого комплекса протяженностью 88 метров. Далее продолжится настройка оборудования, чтобы в начале апреля была техническая возможность пуска щита. Он пробурит тоннель метро от улицы Галактионовская в сторону направления станции Алабинская. Но только к середине апреля планируется получить разрешение, которое позволит завершить официальную процедуру пуска наладки комплекса. Перед стартом проходки объект будет зарегистрирован в Ростехнадзоре. Строительство новой станции метро «Театральная» на непрерывном контроле как со стороны профильного регионального министерства и его подведомственного учреждения, заказчика строительства, так и со стороны администрации Самары. Продолжают работать и в другой зоне метростроя, на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой. Здесь разрабатывают стартовый котлован. Ориентировочно к 10 апреля грузоподъемный автокран, который с Галактионовской временно перебазировали в Москву, вновь вернется в Самару для дальнейшего монтажа второго тоннелепроходческого комплекса. После сборки
сборки, пусконаладки и получения разрешения. Этот комплекс будет двигаться в обратном направлении – от Полевой Новосадовой в центр города. За месяц установка будет преодолевать 200-250 метров. С открытием новой станции, которая свяжет удаленные районы Самары с историческим центром, появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры региональной столицы и повышения ее инвестиционной привлекательности. Это здорово в нашем городе. И вот это вот открытие этой станции, наверное, очень ожидаемо, потому что на самом деле из периферии все действительно легко станут приезжать в центр города, на площадь, на наш, наверное, главный театр, театр оперы и балета. Но также хочу сказать, в наш дом культуры «Заря» благодаря метро легко попадают люди. И сейчас уже к нам с Алабинской, а это будет еще универсальнее, то есть от театра оперы и балета будут попадать к нам ребята. Это здорово. И то, что такое название театральное, мне кажется, Самара вообще театральный город. В Самаре отопительный сезон могут завершить раньше обычного. В то же время метеорологи отмечают, что весна в этом году очень капризна, а значит, не стоит слепо доверять долгосрочным прогнозам. Каждый год отключение отопления в Самаре происходит в разные даты. По информации городской администрации, основанием для этого является среднесуточная температура воздуха в 8 градусов или выше, которая должна продержаться 5 дней подряд. В прошлом году подачу тепла в Самаре прекратили лишь 22 апреля. Весной 2023-го, скорее всего, это произойдет раньше. По предварительным прогнозам синоптиков, уже в первой декаде апреля в некоторые дни столбик термометра покажет до 12 градусов. Сотрудники, военнослужащие и ветераны Росгвардии сегодня отмечают профессиональный праздник – День войск Национальной гвардии Российской Федерации. Торжественные мероприятия, посвященные 7-й годовщине силового ведомства, прошли в управлении Росгвардии по Самарской области. Вместе с почетными гостями сотрудники, военнослужащие и ветераны войск правопорядка возложили цветы к мемориальному комплексу, посвященному их коллегам, погибшим при выполнении служебного долга. Затем прошла церемония награждения наиболее отличившихся представителей региональных управления Росгвардии. Им вручили государственные награды: Орден Мужества, 5 медалей за заслугу перед Отечеством и 11 за отвагу. На сегодняшнем празднике мы чествуем наших героев. Сегодня мы проводим церемонию награждения государственными наградами Российской Федерации. Конечно, с особым чувством я производил церемонию вручения государственных наград, но глубоко убежден, что весь наш личный состав специальных подразделений готов на любые подвиги во имя благополучия нашей страны. А в преддверии праздничного дня в сквере ветеранов в Куйбышевском районе Самары открыли мемориал воинам внутренних войск. В торжественной церемонии возложения цветов к новому памятнику приняли участие представители районной администрации, ветеранских и общественных движений и организаций, а также неравнодушные горожане. Об этом подробнее в материале. Погоны – вот что берегут солдаты, это то, что объединяет их всех. Именно такую форму для памятника воинам внутренних войск выбрал Константин Аникин. Офицер запаса сам стал автором идеи по созданию такого памятного знака и разработал его внешний вид, поясняя, что вложил в эти погоны особый смысл. Любой офицер в своей работе опирается на солдата, на своего подчиненного. И памятник здесь, воинам внутренних войск, солдату простому, который нес на себе все тяжести лишения воинской службы. У нас не было своего памятника, куда бы мы могли в праздничный день прийти, возложить цветы, увидеться, вспомнить боевых товарищей. Теперь такая возможность есть. Создание уникально. Мемориал воинам внутренних войск всего третий в стране. Поэтому для самарского подразделения это особая гордость. Для размещения памятника был выбран сквер ветеранов в Куйбышевском районе. В будущем он станет важной площадкой для патриотического воспитания и точкой культурного просвещения. А все вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, связанные с увековечиванием памяти действительно тех, кто этого достоин, кто этого заслужил, в том числе ценой своей жизни, они имеют государственную значимость и важность. После торжественного открытия ветераны службы, представители других ветеранских и военных движений и организаций возложили цветы к мемориалу. Имеем честь служить во внутренних войсках, имеем честь держать оружие в руках. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 27 марта отмечают Всемирный день театра. В Самаре к празднику подготовили спектакль о дружбе и взаимопомощи «Волшебник изумрудного города». Для постановки объединили два детских коллектива. Подробности у Светланы Кудрявцевой. За
Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин. Волшебник изумрудного города – это история о дружбе, смелости и поддержке. В Самаре поставили спектакль по знаменитой повести Александра Волкова. Девочка Элли вместе с собакой Татошкой из-за урагана попадает в сказочную страну Оз. Чтобы вернуться домой, ей нужно сначала попасть к волшебнику Гудвину. В изумрудный город ведет дорога из желтых кирпичей. Эту дорогу олицетворяют в спектакле новые персонажи – солнечные волшебники. Это драматические персонажи. Они как раз говорят Элли, а что нужно для того, чтобы дойти? Она спрашивает, как найти дорогу из желтого кирпича. Они говорят, пойдем с нами, мы тебе подскажем. И как бы они ей говорят, что только добрые поступки, только открытая душа, только горячее сердце, только такой человек может пройти по дороге из желтого кирпича. Оксана Юрьевна умеет правильно подбирать вот эти сказки и находить главную идею и мысль. То есть это не просто спектакль, это некое повествование, может быть, какая-то история, которая вкладывается в детей и потом ведет в течение всей их жизни по всему жизненному пути. В постановке участвуют более сотни детей. На сцене объединились два коллектива – театральная студия «Серцало» и народный ансамбль эстрадного танца «Грация». У нас много образов, очень много возрастных категорий. Каждой группе, соответственно, возрасту подбирался образ, и мы его старались раскрыть. Показать детям, как это нужно, донести до них правильную мысль, чтобы они ее поняли и смогли ее зрителю показать. Вот это было непросто, но, мне кажется, мы справились. Спектакль наполнен спецэффектами, проекционными декорациями, фокусами и яркими костюмами. Герои сказки предстают перед зрителями в современных ярких костюмах. Я посмотрел фильм и прочитал книжку. У меня персонаж, он вначале загадочный предстает, но после он становится веселым клоуном, очень добродушным дядькой, который всем помогает. Смотрела за куклами, как они двигаются, чтобы найти пластику персонажа. Вообще персонаж очень глубокий. Я думаю, что это очень несчастный в душе человек сам по себе, если можно его считать человеком. Вообще наша сказка о дружбе, о товариществе и о любви, наверное. Спектакль исполнили в День театра на сцене Дома культуры «Заря». Зрителями стали учащиеся самарских колледжей, поскольку тема исполнения мечты близка молодым людям, которые еще только находятся в поиске своего профессионального и жизненного пути. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. История – наука, которая связывает поколения. В региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Евгения Примакова прошла культурно-просветительская встреча для самарской молодежи в рамках проекта «Устремленный в будущее. Диалог поколений». Подробности расскажет Александра Гусева. «В единстве наша сила». Именно под таким лозунгом в год педагога и наставника был запущен культурно-просветительский проект «Устремленный в будущее. Диалог поколений». Задача проекта – говорить с молодыми людьми на такие важные темы, как патриотизм, любовь к родине, уважение к отечественной культуре и истории. Сегодня в региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Примакова при Самарском университете имени Королева прошла встреча-диалог с почетным гражданином Самарской области, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Петром Серафимовичем Кабытовым. Было такое явление, оно и сейчас существует, что прошлого нет вообще, прошлое не нужно. И вот если мы посмотрим на так называемых наших западных партнеров, они тоже говорят, мы должны жить сегодняшним днем. Все, что было до этого, не имеет никакого значения. Но на самом деле прошлое, настоящее и будущее, они взаимосвязаны. По мнению Петра Серафимовича, любовь к родине и ее истории должна начинаться с любви к собственной семье и местам, где человек родился и вырос. Чтобы донести эту мысль, молодым людям был показан документальный фильм «Смотреть в будущее», посвященный Петру Серафимовичу. Герой киноленты рассказал о себе, о своем пути в науке и общественной жизни, о родных местах. Такие вот встречи будут проводиться и дальше. Они будут проводиться и вот в этих стенах, в стенах Самарского национального исследовательского университета, и в других вузах, в колледжах, потому что задача клуба почетных граждан, в том числе, в первую очередь, может быть, это задача воспитательная. Организаторами проекта выступили клуб почетных граждан Самарской области и Поволжский историко-культурный фонд при поддержке правительства Самарской области. Встречи в рамках этого проекта направлены на единение и сплоченность молодых поколений, вступающих во взрослую жизнь. Александра Гусева, Константин Головин. События. Научите детей не только мечтать, но и достигать своих целей. В год педагога и наставника в Самаре прошла молодежная конференция «Мечте навстречу». Это живая площадка, на которой участники могут задать вопросы госслужащим, предпринимателям, медийным людям. Подробности в сюжете.
Семилетняя жительница Самары Настя Карманова уверенно идет к своей мечте. Девочка год проучилась в музыкальной школе по классу вокал, сняла клип и мечтает о большой аудитории слушателей. Да, я хочу выступить на параде Победы 9 мая. И вместе с другими школьниками Настя пришла на молодежную конференцию «Мечте на встречу», организованную при поддержке правительства Самарской области, чтобы узнать, как воплотить желаемое в жизнь. На сцене спикеры из разных городов России. Меценат Светлана Боженская из Сочи уверена, не стоит делать то, что модно. Нужно слушать себя, чтобы стать тем, кем действительно хочется, и много работать над собой. Когда мы живем в пункте А, и мы не видим пункт Б, нам как бы у нас нет такого стремления идти вперед. Поэтому мечта – хороший фундамент нашего сегодняшнего к завтрашнего будущему. Но мне, конечно, бы хотелось сказать, что мечта – это не просто картинка в голове, это не просто желание, которое мы отправляем куда-либо и ждем. Конечно же, за этим следует действие. Создатель русской аналитической школы Юрий Курносов уверен, нужно воспитывать в себе системное мышление. Я хочу, чтобы город Самара стал интеллектуальной столицей нашей страны, потому что здесь есть огромный потенциал научно-технический, вот, интеллектуальный, и мы хотим с раннего детства, с юношества ориентировать людей, мотивировать ребят на интеллектуальное взросление. Ни нефть, ни золото, ни газ, ни алмазы важны в России, а именно интеллектуальный потенциал молодежи. Перед участниками конференции выступили и многодетные мамы, которые в разные годы становились победителями конкурса «Миссис Самарской губернии». Они точно знают, как все успеть, уверена организатор конференции Юлия Сартакова. Наступило время, когда нужно из уст в уста передавать знания. Цифровое пространство затянуло наших детей, и мы с вами это прекрасно знаем. Сегодня приехали спикеры, очень интересные, с интересными регалиями, которые поделятся с девчатами, ребятами простыми советами. Что же такое путь к успеху, мы объясним. Что же такое мечта? И есть ли вообще алгоритм у мечты? Молодежная конференция «Мечте навстречу» – это живая площадка, где дети могут задавать вопросы госслужащим, предпринимателям, медийным людям. Такие встречи будут проходить регулярно. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, «События». Далее эфир продолжит обзор с телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале промышленного района Самары предупреждают, что весной нужно быть осторожными с огнем и соблюдать меры противопожарной безопасности в лесу и на дачных участках. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью. Сообщить по телефону региональной диспетчерской службы, она работает в штатном режиме, или по телефону горячей линии, он указан на экране. Администрация Советского района Самары сообщает, что сегодня в Доме культуры «Заря» прошла патриотическая акция «Самарский край в поддержку фронта» с участием заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Войтенко. В зале присутствовали участники специальной военной операции, семьи военнослужащих, героев-защитников, волонтеры и жители района. Администрация Куйбышевского района Самары сообщает, что основной темой традиционного совещания стало взаимодействие управляющих компаний и жителей в течение месячника по благоустройству. Необходимо проинформировать жителей о том, что они могут присоединиться к акции. Управляющие компании должны быть готовы обеспечить жителей всем необходимым и проинформировать о работающих пунктах выдачи инвентаря, отметил глава района Алексей Коробков. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи!